Если, несмотря на все твои усилия, спортивные результаты стоят на месте или снижаются, ухудшается аппетит, нарушается сон, становится сложно сконцентрироваться на тренировке, нет желания идти в зал, повышается раздражительность, сонливость, апатия, утомляемость – это серьезный повод задуматься. Главное, не отчаивайся. Справиться с перетренированностью можно. Итак, мои советы. Измени режим тренировок. Уменьши их количество, снизь интенсивность и продолжительность занятий. Уделяй внимание не результативности, а сосредоточься на общеукрепляющем тренинге. Тренируйся в легком режиме 2-4 недели до полного устранения вышеперечисленных симптомов. Приведи в порядок не только тренировочный, но и общий режим жизни. Не засиживайся без надобности в офисе или библиотеке. Больше отдыхай, хорошо высыпайся, не нервничай по пустякам. Поддержи свой организм усиленным питанием. Он будет благодарен за повышенные дозы витамина С и Е, аминокислоты, растительные анаболические средства. Добавь в рацион калий, его много в кураге и печеном картофеле. Не лишними будут и продукты пчеловодства, пыльца, маточное молоко с медом. И, наконец, методы профилактики перетренированности. Никогда не тренируйся в болезненном переутомленном состоянии. Соизмеряй нагрузку с темпами восстановления. Чередуй ударные циклы тренировки с легкими. В период усиленных тренировок употребляй витаминные комплексы, специализированные спортивные добавки, ускоряющие восстановление. Научись прислушиваться к своему организму и анализировать изменения своего самочувствия. Все очень просто. Успехов!